Да, братья на Мориске засыпали, дорога есть. Приехал? Да, только там засыпали только трубу, а остальное все старое осталось, поэтому дождь там, края так это трескают. И он узкий, да? Там участок. А на газели можно проехать? Я бы не рискнул. Не рискнул. Потому что края, они прямо аж трескаются и... Ну, на Ямахе можно. На Ямахе можно. Так, ну занятие в час. И молодежь, ревнуйте о занятиях. Дом, построенный на песке, рухнет, а на камне, это на Слове Божьем, он устоит. Поэтому будьте активны. Я вижу, что молодежь уже расходится, к сожалению. На песке, если строите основания, все рухнет. Ну вот я кратко сказал, давайте. Приходите в час, будет духовная пища приготовлена в школу. Еще какие объявления? Игорь Александрович? Нету. Нет. Ну работает у тебя техника? Нет. Не работает. Обманули опять или как? Ну нормально. Нормально. Ну а там все, не подготовлено.